Привет, друзья! Вулкан Шевелуч на Камчатке сильно активизировался. Вулкан уже выбросил столб газа с пеплом на высоту 5 километров. Вулкан Шевелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота – 3283 метра, возраст – около 70 тысяч лет. Ученые бьют тревогу. Возможно, очень сильное извержение. Объявлен оранжевый код опасности. В 50 километрах от вулкана находится поселок Ключи. Активность Шевелуча резко возросла после землетрясения магнитудой 8,2 балла, произошедшего 29 июля в районе полуострова Аляска. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.